rotazione abbiamo il blocco. При разрыве крестообразных связок для стабилизации коленного сустава применяется Артез М4С. У спортсменов, к сожалению, очень часто бывают травмы колена. Для спортсмена, так же, как и для каждого другого пациента, особенно важно вернуть хорошую форму как можно быстрее и еще важнее достичь оптимального результата лечения. Сегодня принято начинать двигательную активность сразу же после восстановления связки, то есть непосредственно после операции. Артез для коленного сустава должен в первую очередь обеспечивать защиту перенесших травму и восстановленных связок коленного сустава. Важно, чтобы он оптимально подходил по размеру. Не менее важно, чтобы артез как можно точнее повторял движения в коленном суставе. Это как раз и обеспечивает коленный артез М4.